Так, здорово всем, чуваки. Многие хотят узнать, как можно быстро зарабатывать коды Enigma, чтобы открывать Uber комендантов. Нам нужна локация Манхэттен, это раз. И открытая локация, где вы уже убили Uber коменданта, район Пентхауса. Вот. Телепортируемся сюда, да. Сейчас вот покажу вам, как фармить эти коды Enigma. Так, перемотать нельзя, да? Так, отлично. Все, пошли. Сейчас я вам покажу все. Так, первый халявный код уже у нас есть. Заняло это секунд 15, как вы сами видели. Теперь идем сюда. Вот в эту хуету. Я вам покажу, где второй код. И как добраться до туда так, чтобы быстро и без шума. Вот и второй код. Все, два кода и ним и готово, чуваки. Можете фармить, выходить, заходить, выходить, заходить. Все равно, когда вы отсюда будете выходить, у вас будет проходить сейв. R. Покинуть молот Евы, да. Ну мотайся, сука. Вот, сейф прошел. Все, коды готовы. Вот они. У меня было два или один, я не помню. Сейчас у меня должно быть 4. Ну, два, вот у меня вообще их не было, два теперь у меня есть. Все, в принципе, чуваки, вот так вот и фармите на именно этой локации и в пентхаусе. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока.